zona de mineradores. Населенный день бомбов, и тут в центре это синсута. Черная пиратка была. Не страшно, что так купил. Сафрона, подавай. На термет билет. Наш партнер получил кадета, мы ему 30-й дроид дали. Сафрона шо. Ну, все кораблями там завязали. Надо бы что-то избрать, куда лететь. А, ну солнце. Три истребителя, возможно, транспорт. Кому? Да, 11 доминаторов дали ему. Вот 55 пиратских на 33. Ну ладно, на базу отправим. Мопхедок построили бету. Значит, там же так и осталось. Мы его только одну забрали, приняли. Да не на вера, теперь их блазеры захватили. Были клеверовые полегче. Огромно. Те опять непонятно что делать. Ну Ригоз дал победить можно. Миновердов. Не за что там. Ах и за куча народу что-то не хотят. Отбивать атаку, причем. Непонятно, что со ним. Ну, глянем. Если пришел это задание сюда, он об этом, допустим, на солнце пройдет. Сюда должно полететь на хозяин. Не Сафрон. А такого политика из-за политики за нами куда-то сюда. Ну Кефрон удержали. Альтаир. Теперь он без базы остался. Но я считаю, что они на день было перекинули. Черный принц, этот медцентр. Пиратская база, да. Нам нужна была военная, но военную обратно вернула. А что мы чем вы помогаем? Ну мне столько порцов нравится бежать с того. Арц. 91 под завязку можно купить за фронт. А надо там зональное поле защиты. Заводу ничего не предлагают, как пока не было, не хватало одного за предлагали. Перестало хватать этого. Не предлагали. Ну, можно было еще один ракету плюс 10. Но у нас у рейнджера 3 ракеты мёртвы. И дали мы плюс 30 дроид, блин. 15 тысяч, у нас 80 тысяч сейчас осталось. А выход это было сюда. А научная база на солнце. Зелька есть. Черная. Ну тоже бета, да, хорошо, но это заново переборода опять. Если что-то крутится. Пока миновер был. Тут вот три гетерологии пара рейза на ненавидимого хозяина. Был бы смысл купить регулу. Тогда ситуация другая вообще стала, все стабилизировалась. Ну что придумать?